Ждем, ожидаем соединения. Ожидаем соединения. Так что, друзья, Салам алейкум. Как вы? Супер, супер. Я очень рад видеть вас. Алхамдулилля, у нас тоже все хорошо. Машалла, машалла, баракалафикум, машалла, машалла. Как ваши дела? Алхамдулилля, слава Аллаху. Я когда на вас смотрю, вот вы так улыбаетесь, мне кажется, у вас всегда, слава Аллаху, хорошо дела. Позавидовать можно. Баракалафикум, алхамдулилля. Скажите, как классно мы сегодня время выбрали, да, в Москве это уже после Зухра, а в Астане это еще до Аср. Понимаете, мы прям такое время выбрали, что всем удобно сейчас, все хотят услышать. Давайте, друзья, я коротко представлю нашего гостя, имам Хатыб Московской мемориальной мечети, господин Гимаддинов Асхат Хазрат, человек, которого мы очень уважаем, ценим, выпускник университета короля Сауда в Саудовской Аравии, человек, который знает свою цель, миссию, предназначение с детства, практически с рождения. В 5 лет он сказал, что будет богословом и имамом. Это просто, наверное, даже представить сложно. Вот. Духовный наставник многих мусульман, и один из них, многие знают, и недавно был прямой эфир, это Сергей Романович. И тема нашего сегодняшнего эфира – ураза, актуальные вопросы. Но через эту призму мы так смотрим. На самом деле мы говорим про ураза как время очищения и Божьего благословения. Мы говорим сегодня про дуа как сильнейшее оружие верующего. Мы говорим, что в исламе есть ключики, отмычки, знаки и решения для любых вопросов. Но не каждый это видит. И вот сегодня с Асхат Хазратом мы это обязательно обсудим. И у нас сегодня не будет типичных вопросов, которые обычно время, когда вставать, как кушать и так далее. Мы пойдем чуть-чуть глубже. Все это вы можете легко, там, быстренько в интернете найти. Мы будем обсуждать более глубокие вопросы, которые будут лежать через призму этих катаклизмов, через призму пандемии. Мы будем обсуждать, какие ислам предлагает ключи, какие предлагает решения, причины, почему это все сейчас происходит. Поэтому, друзья, пожалуйста, никакого негатива в правилах у нас мы сразу заблокируем. Там есть значок, где комментарий, самолетик. Отправляйте как можно больше людям, чтобы как можно больше людей посмотрели. Потому что если вы будете причиной, чтобы кто-то получит добрую весть, то вы соберете обязательно саваб. И 3 самые главные вещи сегодняшнего эфира. Первое, обсудим темы, о которой мы говорили. Первое. Второе, в конце эфира Асхат Хазрат прочитает Куран, прочитает в прямом эфире, иншалла. Это будет очень-очень-очень здорово. И третье, мы хотим предложить сделать коллективный большой дуа джамаатам, всеми теми людьми, которые сегодня участвуют в этом прямом эфире, помолимся за наших близких, сделаем дуа, ибо дуа – это самое сильное оружие мусульман. И скажу, вот совсем недавно пришла информация, мой родной близкий брат заразился коронавирусом, сейчас находится в больнице, то есть это все не шутки, это все правда, и поэтому то, что мы здесь делаем, это будет здорово. Ну и последнее, прежде чем начнем, это в конце каждого эфира мы делаем подарки. Сегодня у нас будет особый подход к этим подаркам. По завершению эфира я вас попрошу сделать комментарий, что самое главное вы выявили, для себя получили из этого эфира. Напишите в комментариях под постом, где мы сделали анонс. Почему? Потому что если завтра кто-то прочтет ваш комментарий, и это вдруг станет причиной для того, чтобы у него открылось сердце, или он сделал правильные добрые дела, или встал на правильный путь, то все савабы соберете вы. Поэтому это, наверное, самый большой подарок, который любой мусульманин может получить. Ну, в принципе, все правила озвучил, всю ситуацию рассказал. Асхат Хазрат, добро пожаловать к нам в эфир. Все говорят, кругом кризис, пандемия, карантин, ограничения, денег нет, проблема, ругают власть гоняет людей и так далее. Скажите, что вот сейчас происходит? Это милость Всевышнего или это наказание? Вот как вы думаете по этому поводу? Бисмиллахи рахмани рахим. Вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ман табиахум би ихсани иля йаумиддин. Радина биллахи рабба ва бил ислами дина ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян ва расулан. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые Рустам эфенди, зрители, братья, сестры. Алхамдулилля, хотелось бы всех поздравить, то есть у каждого из вас сейчас такое, наверное,
внутри праздничное состояние, то, что, аль-хамдулля, вот-вот наступит наш долгожданный гость, месяц Рамадан, месяц, тот месяц, который является самым лучшим из месяцев перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. В эти дни, аль-хамдулля, будут все врата рая открыты, все врата ада закрыты, шайтаны будут прикованы. Каждый день ангелы будут призывать к прощению от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, к приближению к Аллаху, субхану ва тааля. И каждый день будет вести список тех людей, которые спаслись от наказания ада. То есть, представляете даже, спаслись от наказания ада. Что это означает? То, что ты никогда не зайдешь в ад, если ты спасешься. Если их каждую ночь, то есть 30 ночей, 29 или 30 ночей, как там будет по лунному календарю, но если в эту ночь, в первую ночь ты не стал из них, то у тебя есть шанс во вторую не стал, в третью. То есть это великая такая милость Аллаха, субхану ва тааля, которую мы с вами ждем. Аль-хамдулля, дай Аллах дожить, иншаллах, вот этот день-два. И, иншаллах, обидно встретить, провести его в поклонение. И всех хотелось бы поздравить, иншаллах, вас, в первую очередь, Рустам Фенди, всех, кто нас смотрит, и всех мусульман, братьев и сестер, с этим наступлением этого великого месяца праздника нашей души, нашего долгожданного гостя. Что касательно вашего вопроса, является ли вот эта сейчас пандемия наказанием от Всевышнего Аллаха, или это милость? То есть здесь, во-первых, мы должны понимать, да, то, что сейчас происходит, это в первую очередь испытание. Испытание, и мы знаем то, что как из канонического текста Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть наша жизнь это и есть испытание. Если так в целом взять, даруль ибтиля, ученые по-другому дунья называют даруль ибтиля, двор испытаний. Двор испытаний. То есть Аллах, субхану ва тааля, не сотворил нас для того, чтобы мы здесь наслаждались, и все, как бы нет. Это даруль мамар, так скажем, проходящая жизнь. А после этого будет даруль карар, вечная жизнь. И как Аллах в Коране говорит в сурату Аль-Бакара, астаиду билля, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Всевышний говорит وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, то есть здесь лям таукид, то есть утверждение, тройное усиление глагола. Всевышний говорит, вы непременно будете испытаемы мной. Я вас обязательно испытаю. لَنَبْلُوَنَّكُمْ, мы вас испытаем вещей именно аль-хауф, страхом, валь-джуа, о голодом. Страх, то есть сейчас вот мы видим, как люди боятся. То есть боятся выйти, там даже очень страх такой, как бы выйти в магазин, что-то купить, там это как вдруг я заражусь или еще что-то там. Родственник с родственником не встречается, мама с детьми там не встречается, потому что, то есть те, кто уже там, так скажем, в пожилом возрасте, да, там они... то есть больше, более опасны к этому, как бы, заразиться там, этой болезнью. То есть есть некий страх, хауф. Второе, джуа, голод. Сейчас тоже очень много голодают, мы видим. Очень много голодают где-то, голодают там, даже в Москве здесь, субханаллах, вот недавно звонили, говорят, у мужа работы нету, у меня работы нету тоже, как бы, сейчас. Нам не на что платить за аренду. То есть мусульмане вот как-то стараются друг друга как-то в этом помочь, поддержать, там что-то отправить. То есть видишь, что джур есть. Но до этого тоже был, мы просто с вами не видели. В Африке у нас, там братья и сестры погибают, там в Бирме. Те же самые наши братья и сестры, которые мы постоянно, беру Аллаха, субхану, это свидетели уйгуры, наши братья и сестры. Тоже постоянно в этом. Мы просто не видим. А сейчас это всех постигло. Джур, голод. Накса миляль амваль, опять же, накса миляль амваль, это имущество у кого-то меньше оно стало, то есть некий кризис, потери, то есть многие компании там потеряли сейчас, там в кризисе находятся, то есть многие закрываются, после того, как пройдет пандемия, даже, может быть, многие открыться заново не смогут, там свои компании открыть не смогут и так далее, да. То есть уже, мы это сейчас, эти аяты, которые Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал, и речь это Всевышнего Творца, мы сейчас это видим в жизни. Раньше мы как-то могли просто по-другому сейчас мы это видим. Анфуси, это имейте в виду телесно, то есть кто-то погибает, кто-то заболевает, и плоды. Но после всего этого, смотрите, ключ к счастью. Даже если страх, голод, безработица, то есть в конце этого Всевышний что говорит? Обрадуй кого? Всех? Нет, кого? Сабирин, терпеливых.
وبشر الصابرين, أبرادوا التربيليو. Потом Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля описывает, кто такие терпеливые. Аллазина иза асабатхум мусиба. Это когда к ним приходит какое-то испытание, какое-то горе. Калю, они говорят, не просто Рустам Эфенди, как многие говорят на языке, а именно из сердца. Калю, говорят, инна лиллах, мы принадлежим Аллаху. Ва инна илайхи раджиун. И поистине мы к нему вернемся. То есть мы, имеется в виду, принадлежим Аллаху, все от Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля. Все, что случается, все записано, зафиксировано Творцом, Создателем в небесной скрижи, как говорится в Коране тоже, да? Ма асабакум мин мусибатин фил ард ау фи анфусикум илля фи китабин мин кабли ан набраха. То есть все, что с вами происходит фил ард, мусибатин фил ард, то есть какое-то испытание, какое-то горе на земле или вас же самих, это все зафиксировано в небесных скрижах до тех пор, до того, как мы вас сотворили. То есть, опять же, здесь что убащири саверин, обрадует терпеливых, обрадует тех терпеливых, которые относятся к коронавирусу, к пандемии, к другим проблемам, как инна лиллахи, мы принадлежим к Аллаху, ва инна илайхи раджиун, и к нему мы вернемся. И Всевышний Аллах после этого говорит, им еще будет награда, какая? Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, улаики алейхим салавату мин раббихим ва рахма, за них молитвы, мольбы от их Господа миров, от Аллаха Субхану ва Тааля, ва рахма, и милость. Это те люди, которые идут по прямому пути. Хотим мы с вами найти прямой путь, когда всегда мы молимся и говорим «Ихдина ас-сирата аль-мустакиим», «О Аллах, веди нас по прямому пути». Где же он на сегодняшней ситуации, где прямой путь? Именно в проявлении терпения, в проявлении сабра. Поэтому это великая награда. Знаете, Аллах в Коране говорит «Инна ма юаса сабируна аджрахум бигайри хисаб». Терпеливые застанут свои деяния без границ. То есть человек получает какой-то чек в банке. Там у кого-то 2 нуля, у кого-то 3, у кого-то там больше нулей. А чек на сабр – это без нулей. То есть нули не заканчиваются. Да, представляете, такая награда. Великая. Да, это... И сабр – это тоже поклонение. Как намаз, как ураза, да, проявление терпения – это тоже поклонение. То есть в данной ситуации, что, Рустам Фенди, вот это то, что происходит, мы должны быть довольны. Довольны чем? Чем? Не тем, что там люди умирают тогда, а довольны чем? То, что это... повеление Аллаха. Это желание Аллаха. Это решение Аллаха. В первую очередь. Теперь второй вопрос задается. За что это? За наказание? То есть за грехи людей? Или это за их добрые деяния? Всевышний Аллах в Коране, в Сурате Рум сказал «Захара аль-фасаду филь-барри валь-бахр бима касабат айди ан-нас лиюзикахум ба'да аллази амилу ля'аллахум ярджиун». Вот этот аят, я Аллаху а'лям, Всевышний Аллах лучше на ситуации. Лично я вот смотрю на этот аят и провожу параллель с тем, что сейчас происходит. Всевышний говорит, «Вахар аль-фасаду фильдар». Распространилось нечестие на суше, «Валь-бахр». И также на воде. «Вахар аль-фасаду фильдарри, валь-бахри, бима касабет айдинас». Почему? За то, что люди совершили своими же руками. «Ливзикахум ба'да аллази амилю». Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, наказывает некоторых за то, что они совершили. И в конце говорит, «Ля'аллахум ярджиун». Может быть, они вернутся. То есть имеется в виду вернуться ко Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. Если, конечно, до пандемии мы посмотрели, если положить руку на сердце, и мне кажется, многие согласятся, то есть люди по-другому чуть жили. Ну вот смотрите, вот здесь как раз вы сказали сейчас про нечестие, и как люди до этого жили. Вот сейчас пандемия, да, мы видим, там куда-то дельфины вернулись, вода очистилась, воздух стал чище, там и так далее. Такое чувство, как будто бы вся планета перезагружается. Прям такое происходит очищение буквально во всем. Да. И мы также знаем, что ураза и Рамадан для нас это очищение. Очищение нашей души, очищение нашего тела, очищение наших мыслей, наших действий. Вот тогда такой вопрос. Я думаю, что какая-то параллель как будто есть между тем, что сейчас происходит в мире глобально, приближающийся Рамадан, и что как будто бы вот этот Рамадан для нас как будто какое-то дверце, окошко, возможность сейчас поработать над собой, очиститься и, может быть, тем самым завершить эту большую беду. Вот вы находите какую-то параллель здесь? Конечно, вот как раз вот в этом аяте, который мы последний провели, сурат ар-Рум, в конце говорится, может быть, они вернутся. То есть имеется в виду, может быть, они задумаются, может быть, они опомнятся, может быть, они очистятся, может быть, они изменятся. То есть именно нужно находить вот в этом последних словах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, ля'аллахум ярджиун. То есть то, что совершилось. Аллах лучше знает, это за грехи или это
Аллаху алям. Но если вот брать этот аят, то есть люди, субханаллах, к сожалению, было много нечести, много несправедливости. Вообще в мире посмотреть. То есть, когда вот мне недавно даже вот прислали ролик, там когда на итальянском, там одна переведен на русский язык, итальянка плачет и обращается ко всему миру. Там, может быть, вы тоже слышали. Где вы там американцы, где вы там Европа, все, отказались, отвернулись и так далее. И потом начала говорить, мы же для вас там сделали, придумали капучино, пиццу, откуда вы нашли моду, где вы одевались, то есть сейчас мы вам не нужны, как бы. И как раз, это не секрет, отправил мой близкий брат, аль-хамдулиллах, он уйгур тоже, и он говорит, как вы смотрите на это? Я говорю, знаете, а как говорю, во-первых, как бы, когда вот верующий что-то делает, он взамен потом обратно не просит. То есть, например, и вот мы вас научили капучино, это, а вы нам ничего не сделали. Согласно хадису, то есть один из тех людей, на которого Всевышний Аллах не посмотрит в судный день, это даже с ним не будет разговаривать, это тот человек, который что-то сделал хорошее, и потом говорит, помнишь, я тебе тогда-то сделал. То есть ты сделал хорошее, ты забыл. Но, говорю, я ему говорю, брат мой, а сейчас вот видите, как бы, да, но для нас-то это не секрет. Вот наши, например, возьмем братья наши уйгуры, сестры уйгуры, они уйгурки. То есть это и раньше было тоже, как бы, просто мы это не видели, как бы. То есть и это было, и так далее, как бы, и им было, то есть весь мир как бы молчал и так далее. Сейчас, когда вот Европейского это все союза как бы коснулось, все как бы смотрят, почему там голый, почему там, а это и раньше было, просто мы не видели, как бы, субханаллах, они тоже наши братья, тоже наши сестры, тоже люди, тоже. И вот здесь вот что хотел я сказать, вот эту вот именно точку, на что хотел сделать акцент Рустам Эфенди. То есть была нечесть, была несправедливость, было притеснение. Всевышний Аллах, субхану ва та'аля, дал свое какое-то наказание. Кто-то, например, очистился, если он был верующий в Бога, в Аллах, субхану, дал Аллах, очистился и заболел, ушел, умер, да, перешел ко Всевышнему. Для кого-то, для грязного человека в душе, снаружи и внутри, там, преступника и так далее, это как наказание. Но для верующего любое испытание – это как милость. Вот даже сейчас мы с вами, альхамдулиллах, сидим дома. Сколько мы времени провели со своими семьями, альхамдулиллах. Я вижу это как милость. С детьми, альхамдулиллах, Куран повторили, там, пообщались даже, там, супруги побыли. То есть какие-то были, то есть вот эта вот домашняя атмосфера. Более того, даже сейчас наш первый Рамадан будет, он дома. И альхамдулиллах, то есть я, например, не помню, когда последний раз ифтар дома делал. Всегда в мечети. Я не помню, когда таравих я дома читал. Хотя сподвижники дома читали в своих домах. Да. Ну да, действительно, получается, в этом году впервые мы сталкиваемся с тем, что Рамадан будет вот в тех условиях, которые сейчас у нас происходят, да, вот прям. И конечно. Вот даже как-то, ну, непривычно, что ли, вот какой-нибудь, может быть, главный совет, чтобы людей подбодрить, духу придать в таких условиях. Может быть, вы сейчас что-нибудь подскажете? Самое великое, что я вижу из этого, братья мои и сестры, то есть вот вы будете дома поститься, разговаривать со своей семьей, читать вместе таравих намаз, вы каждую секунду, альхамдулиллах, благодарите за Всевышнего Аллаха, субхану та'аля. Благодарите, потому что, инша Аллах, это все быстро пройдет, все эти болезни, на следующий год, дай Аллах, мы будем мечеть и читать, но уже, может быть, дома не сможем со своими детьми, своей семьей читать и вместе разговариваться. Поэтому нужно беречь и ценить, то есть не то, что, а там, где мы сейчас находимся. Каждую секунду, которую мы находимся, будем проводить, нужно ценить и делать шукр Всевышнему Аллаху, субхану та'аля. Шука. Да, действительно, вы прям прям в точку, как в десятку попали, именно мотивируют ваши слова очень сильно. И вот вы до этого сказали про силу помощи, да, знаете, что вот сейчас люди пытаются помогать, что-то делать. Знаете, я обратил внимание, что вот эта беда как-то сплотила людей. Я вижу очень много наших братьев, которые стремятся помочь. Вот у меня есть товарищи мои, которые в день 1500 человек кормят, в день, ежедневно. Есть ребята, волонтеры, вот у нас Уйгурский культурный центр в Астане, ежедневно, уже на протяжении всего месяца, 40 ребят, они раздают маски, раздают еду, помогают. То есть у нас есть большой фонд, Басбергемес, там это Нуротан, правительственный какой-то фонд партийный там. Ну ладно, разницы нет, какой бы он ни был источник. Сам факт, что люди сами идут туда и говорят, мы хотим помогать. И вот они там тратят время, деньги, рискуют там силы и хотят собрать какой-то саваб. Скажите, вот в таких ситуациях люди саваб больше собирают от Всевышнего, да, вот когда вот такое происходит в момент беды, когда необычный день. Как вот, я хочу их подбодрить, тех людей, которые сейчас на острие, это те же люди, у кого есть возможность, они деньгами помогают.
Есть люди, которые, возможно, нет, они руками помогают. Есть люди, которые врачи, они все время там живут, они там рискуют своим здоровьем. Есть спасатели, там, водители те же самые, которые находятся на скорой помощи. Да. Вот у них, какое положение у этих людей? Сейчас, если посмотреть, то что, если сказать, возьмем бедный человек, который был до пандемии, да, у которого там не было ничего, сейчас он стал еще беднее. Богатый человек, который был до этого, он стал чуть, может быть, у него уменьшились, как бы вот это вот. И сейчас, даже если посмотреть, тот, который раньше до пандемии там расходовал, сейчас ему приходится задуматься, то есть, а как дальше будет, то есть, кризис будет продолжаться, нет. То есть, у него есть, Аллаху алим, я не говорю это, как бы, про каждого, не все равны, да, как бы, но именно есть такое, то, что, может быть, кто-то сейчас будет думать, слушай, а вдруг там не будет прежнего у меня состояния и так далее, может, сейчас поменьше дать и так далее. Именно вот в эту секунду сейчас Всевышний Аллах Субхану ва Тааля проверяет. Как раз проверяет, и награда больше, почему? Потому что рисков больше, страха больше. Например, даже у волонтера выйти там, чтобы, дабы не заразиться. То есть страх есть некий, надо сделать, преодолеть это, сделать, пойти, помочь. Там, скажем, у бизнесмена сейчас бизнес не так идет, как шел раньше, но все равно он как бы тратит, расходует. Именно насколько тебе сложнее, настолько награды и больше. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Али ибн Аби Талибу, когда они вместе совершали хадж, он сказал, я Али, фа инна л-аджра аля кадри машакка. О, Али, награда столько, насколько тебе будет сложнее. То есть, насколько ты устанешь, насколько тебе будет тяжелее это сделать, то или иное, настолько и награда тоже больше. Альхамдулиллах. Почему? Потому что в эту секунду, Рустам Эфенди, опять же, верующий человек проявляет якин, ва таваккаля аля Аллах в своем сердце, проявляет убежденность и полагается на Всевышнего Аллаха. Только Аллах дает, Аллах дает риск. Аллах мне давал до болезни, Аллах мне и сейчас даст, и после даст. И как бы здесь вот проявляется именно вот стойкость в религии, стойкость так, на этом пути, благом пути, альхамдулиллах. Братья, кто вот сейчас нас слушает, а нас очень много. Это были вообще настолько мотивирующие, золотые такие слова, которые, я должен, думаю, обязательно затронули ваши сердца. Иншаллах, Всевышний воздастся. Мы очень благодарны всем, кто сейчас находится на острие. Альхамдулиллах. Посмотрите, сейчас вот в рамках этой пандемии там и так далее очень много ходит таких интересных мыслей про какой-то мировой заговор, про какие-то мировые, про какое-то мировое правительство, про новый мировой порядок, что эта пандемия, этот кризис искусственно созданный людьми, вирус, там, какое-то чипирование 5G и так далее, так далее. Очень много сейчас всяких различных догм и версий ходит, да, и нагоняется дополнительный страх на людей. Люди переживают, они не знают, что делать, во что верить, особенно те, у кого еще не укреплена вера или еще вообще далеки от веры, да. Вот скажите, по вот этому новому мировому порядку, по вот этим всем вопросам, которые сейчас остро затрагивают людей, какая позиция в исламе? Есть ли что-то об этом сказано? Вот как вы думаете, может быть, есть какое-то объяснение или какое-то толкование, или, может быть, не нужно на это обращать внимание? То есть подскажите, пожалуйста. Да, вот последнее то, что вы сказали, не нужно на это обращать внимание, это самое правильное с точки зрения ислама. Почему сейчас мы постараемся это как-то объяснить, с вами вместе подумать. 14 веков назад пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Бадиру биля амали салиха фитанан какати алейли мувлима». То есть перед тем, как наступит к вам смуты, подобно темноты ночи, вы запасайтесь благими делами. Что означают эти слова? То есть ночь, темноты ночи. Ты вышел прямо в лес, темный лес, у тебя нету света, нету фонарика, ты не можешь отличить, где путь, куда поворачивать, как идти. Или в пустыне ты пошел, да? Если ты не можешь, как бедуины, определять дорогу по луне, то есть ты заблудишься и не поймешь, или сюда попадешь, или сюда заблудишься. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дал четкое наставление: делайте благие дела, не обращайте на это внимания. То есть не входите в ту секту, в эту партию, туда, или за этим не идите, за тем не идите. То есть вы заблудитесь, вы собьетесь. И саллаху алейхи ва саллям сказал, что придет такое время в этом же хадисе, то есть он сказал: «Юмси раджулю му'минан, фа юсбиху кафиран, ва юсбиху му'минан, фа юмси кафиран». То есть человек будет вечер встречать верующим, а просыпаться
неверующим. Или наоборот, утро встречать верующим, а засыпать неверующим. Почему? Он будет продавать свою религию за гроши этой жизни. Поэтому мы не должны продаваться, верить тому-то или иному. То есть, как-то недавно мы тоже там собрались с братьями и начали каждый свое как бы, мнение говорить. После утра намаза мы сидели вместе с джаматом, намаз почитали, там братья дом сняли, там лекции провели. И каждый начал свое говорить. То есть я думаю это, кто-то говорит это, тот. Я говорю, а вы что думаете? Я говорю, слушай, а мы сейчас что решаем вообще? То есть мы с вами что решаем? То есть, это заговор или не заговор? Это болезнь придумана или нет? То есть что от этого изменится? То, что она есть, то, что люди заболевают там, некоторые говорят, то, что там слабая она, коронавирус, как обычный грипп или нет, но есть опасность, как бы, что он распространяется, и наши близкие, там, знакомые заболели этой болезнью и так далее. То есть пусть это даже будет как обычный грипп и так далее, но она есть. Мы с этим, никто с этим в этом не разногласия среди нас нет. Так. Ну, теперь второй вопрос. Это так или так, что это изменит? Вот даже сейчас, например, говорят, чипирование, будет чипирование. А когда она будет? Кто сказал будет? Хорошо, если даже будет, там, это какое... Надо тогда думать, когда уже, что ты сейчас хочешь сделать. То есть, я что хочу сказать. То есть сейчас нам не этим надо голову забивать, будет чипировано или нет. Будет, потом будем решать, иншаллах, как-то там смотреть, там договаривать или еще что-то делать, или может быть что-то поменяете. Да, сейчас как бы мы не что с вами изменим вообще. Как бы. То есть к чему хочет тот или иной человек призвать нас? Чтобы нам делать? Это раз. Второе, кого слушать, за кем идти. Это говорит одно, тот говорит противоположное. Да. Это как для верующего человека, что нужно делать? Не обращать внимания на это, запасаться благими делами. То есть сегодня, альхамдулля, мы с вами можем, если тратить это время на телефон, там, на разные, там, очень много, субханаллах, я стараюсь как бы не смотреть, и многие из вас, наверное, как бы... Очень много роликов приходит, там голову тебя засоряет, еще и человек засоряет, да, страшно. Да. И забывает, а в это бы время он что? Он бы мог бы Коран почитать, Творца, Создателя, все там есть, все знания есть. Он мог бы благое дело сделать, мог бы поехать там накормить бедняков, чем-то заниматься вот этой, как бы, вот этим вот бесполезным действием. И потом страх, субханаллах, неужто ты не. Кого мы должны бояться? Аллаха. На кого мы должны полагаться? На Аллаха. Аллах в Коран говорит, ва аляллахи фатаваккалю. Инкунту мумини, на Аллаха полагайтесь, если вы верующий. То есть верующий, смотрите, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи салям обучил Ибн Аббаса. Ибн Аббас это маленький в тот момент был ребенок, то есть был юношей, но он из самых великих сподвижников стал, из самых ученых больших. Он за него делал дуа, пророк сам делал дуа и говорил, Аллахумма факкиху фид-дин ва алимму та'уил. Аллах дай ему понимание в религии и обучи его тафсиру. И он стал великим сподвижником, великим ученым. Когда он был еще юношем, пророк Мухаммад салям с ним ехал на верблюде и сказал, я гулям, о мальчик. То есть означает, что как бы юноша, молодой еще. Инну аллиму калимат. Я тебя хочу обучить следующим словам. Великий халиф. Ида саальта фасалилля. Если просишь, проси Аллаха. Ва ида саальта фастаин билля. Если просишь о помощи, проси помощи у Аллаха. И потом он сказал следующее. ولو ان الانس والجن اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. Если люди, джинны все вместе соберутся, чтобы тебе в чем-то принести пользу, они не смогут, только в том, что для тебя предопределил Всевышний Аллах. ولئن اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. Если они также все вместе, джинны, люди, все человечество против тебя, ты один, все они вместе с людьми, джинны против тебя, чтобы тебя навредить, не смогут, если Аллах не пожелает. Поэтому, субханаллах, мы идем, там, слушаем того и боимся, закрываемся, все это будет, то будет, это субханаллах. Еще никто, как один из хадисов, «Кафа биль мар'и кадибан ан юхаддиса бима самиа». Достаточно человека назваться лжецом, обманщиком, когда он говорит то, что он слушает. То есть это не факт, это просто слухи. Их сейчас очень много. И мы не должны, извините, как хамелеоны меняться. Сегодня этого послушали, все, сидим. Потом того послушали, так стали. У нас есть Коран, у нас есть Сунна, посланник Аллаха. Мы должны этого следовать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Лям тадиллю интамассактум бихима». Никогда не собьетесь, если крепко будете держаться. В другом хадисе сказал, «Абду алейхи бин наваджи». Держитесь крепко, коренными зубами. Это что? Китаб Аллах ва Сунна, это книга Аллаха и Сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Где наш иман, когда мы послушали тот ролик и напугались, закрылись там в уголок за это? Где наш иман? Мы должны, альхамдулля. То есть то, что будет, иншаллах, это предопределено.
Мы что должны в этот момент делать? То, что от нас зависит. Делать благие дела, запасаться этими благими делами. Вот даже, Рустам Федорович, позвольте, на своем примере скажу, и как бы сам себя поругал, так скажем. Недавно один брат мне отправил ролик. Я как бы, и там даже комментарий такой как бы написал в этом ролике. Машаллах, а это, ну как бы брат, альхамдулиллах, этот он близкий такой. Я думаю, наверное, даже я обычно всегда проверяю информацию. А тут что-то я вот как легкомысленно, ну, вроде интересно, не проверил, переслал другому. Альхамдулиллах, хорошо, что многим не стал переслать. Потом тот мне брат, которому переслал, говорит, слушай, это говорит, в том году еще было. То есть какая-то ситуация там, а там написано это, и там уже кто-то свой комментарий дал, что в этом, я сразу стер это, и сам себе сказал, вот, и он мне еще сказал, будьте внимательны, тем более, как бы, у вас же люди тоже, как бы, слушают, вы имам, я говорю, да, субханаллах, вот здесь я вот поспешил, я не прав, как бы, и я, как бы, это и не делал раньше, но, как бы, он мне так, мне понравился этот ролик, а это уже, оказывается, было и по другой ситуации. Поэтому мы, что мы должны, как бы, уважаемые братья и сестры, в первую очередь, самому себе и всем нам призываю, ничего мы не должны бояться, кроме Творца Аллаха. И должны с вами понимать то, что будет, то, что предопределил Аллах. И что нам делать? То, что будет, оно уже предопределено. Но мы что должны сейчас с вами делать? Запасаться благими делами. И мы в этой жизни, эта жизнь проходящая. Эта жизнь проходящая, альхамдулиллах, а вечность, она вечная, то есть даруль кара. Поэтому даже Всевышний Аллах в Коране, вы знаете, сурат аль-мульк, сурат Табара, где Всевышний Аллах говорит, «Аллязи халакал маута валь хаята». Аллах сотворил смерть и жизнь, дабы испытать вас, кто из вас лучше в деяниях. Обратите внимание на текст, на аят. Аллах сотворил смерть и жизнь. Хотя вначале идет жизнь, а потом только смерть. Почему же Аллах поставил смерть перед жизнью? Потому что настоящая жизнь, она после смерти только начинается в барзахе. И Аллах для чего сотворил? Чтобы испытать, кто ни у кого больше дел, а кто лучше в своих делах. Поэтому говорится в хадисе, человек зайдет в рай, тот человек, который салля ракаатейн фильджоу филлейль хадар кальда, он тот человек, который ночью проснулся, прочитал два раката намаза, но прочитал это от сердца. Не 100 ракатов, не 1000 ракатов на автомате. Два раката, но от сердца прочитал. Искренне. Это искренне, это его илой в рай. Машаллах, машаллах. Ну вот смотрите, на самом деле, да, вот сейчас все, что говорите, все трогает сердце, машаллах. И вот сейчас так уж сложилось, что мы выросли все в том обществе, в котором маркетинг, интернет, телевизор, радио навязывают какие-то другие ценности, навязывают какие-то модные вещи, модные позиции там, и так далее, и так далее. И очень многие люди гонятся за материальным. И очень много людей ушли от духовности. То есть всегда должен быть баланс между духовным и материальным в каждом человеке. Но, как правило, в последнее время вот эта материальная сторона перевешивает, и об этой стороне забывают. И когда люди упираются в самые большие проблемы, они потом только возвращаются к духовности, обращаются к Богу за помощью, когда что-то происходит. То есть он вспоминает про Всевышнего, когда падает самолет, там, например, там, или умирает. Вот. У меня вот такой вопрос, который сейчас трогает вообще всю молодежь, наверное, такую уже зрелую молодежь, которая к 30 приблизилась, которая, наверное, сформировала уже себя как личность, чего-то маленького какого-то уровня добилась. И вроде бы материальная сторона созрела, у них там внутри в душе пустота, есть очень много людей, у которых говорят, а что дальше там и так далее. То есть упирается в какой-то потолок. И сейчас я даже сам работаю над тем, чтобы, работая над собой, как найти баланс, гармонию между материальным и духовным, баланс внутри, в мыслях, в душе, в сердце. Может быть, вы подскажете какой-нибудь там, не знаю, давайте модное слово используем, лайфхак, или подскажете какой-нибудь инструмент, или, может быть, есть какие-то еще моменты, как людям в текущих ситуациях, когда у них мозги забиты всем материальным, которое сейчас есть, как им найти эту гармонию, как соблюдать баланс, и не удариться в радикалы, и не удариться там, в деньги, там, в материальные. Скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, вот этот баланс, это и есть матлаб шар'и. Это и есть именно то, что от нас требует Всевышний Аллах. В Коране сказано, «Вабтаги мимма атака Аллаху дар аль-ахира, ва ля танса насибака мин ад-дунья». Желай того, что тебе уготовил Всевышний Аллах в вечности, и также не забывай свой удел в этой жизни. Как сказал также высказывание ученых, «Иамали дунья ка аннака таишу абада, ва амали л-ахира ка аннака тамуту гада». Касательно этой жизни,
работай, делай, созидай с намерением то, что ты сюда пришел навечно, касательно вечности, совершая с намерением то, что ты завтра покидаешь эту жизнь. И вот этот баланс, теперь задается вопрос, как найти баланс? Или давайте перед тем, как мы будем говорить о том, как найти баланс, проверим себя, такую диагностику сделаем, да? То есть от чего мы с вами радуемся больше всего в жизни? Вот каждый, пускай, кто нас сейчас смотрит, пускай он вот это прочувствует на себя. От чего он радуется? Вот, например, кто-то говорит, я радуюсь, там, когда приобрету новую работу. И другой говорит, я когда машину новую куплю. Там, другой говорит, я когда квартиру там, куплю. Там, третий, там, когда отдыхать поеду туда. Вот. Кто-то говорит, я радуюсь, например, когда родителей навещу. Кто-то говорит, я когда ребенок мне в лицо улыбается. У каждого свое. И вот когда он прочувствует, вот, как говорится, Ахлю Макка адра би Макка. Мекканцы лучше знают Мекку. Куллю нафсин би Макка сабат рахина. То есть каждый человек, то, что он сотворил, он это увидит, то, что он совершенный, да, им. Поэтому каждый человек, он лучше себя знает. Поэтому от чего радуется сердце? Каждый пускай сам себе, это даже не нужно говорить, а пускай он даже сам себе. Если радуется сердце, у меня больше всего там, я получаю эту радость от денег, от прибыли какой-то, от сделки, от этого как бы. То есть из всего, да, оно должно радоваться, альхамдулилля. Но самый вот этот вот, самый такой вот зашкаливает вот этот радость. Если ты от этого получаешь, значит в этом есть проблема уже. Если у тебя радуется больше как бы от другого, от духовности, альхамдулилля, и то, что ты там заработал и так далее, оно тебе помогает для твоей духовности, то есть помогает там, чтобы одеть хорошую одежду, там, мусульманин должен красиво одеваться, чисто одеваться, там, да, запах должен быть от него приятный. Тебе помогают твои финансы, чтобы помогать нуждающимся, то это хорошо, ты должен радоваться этому. Но однако вот самая вот эта вот шкала радости в чем твоя? Каждый сам себя спросит и найдет ответ. Теперь второе, что хотел сказать, как найти именно вот этот баланс. Опять же возвращаемся сюда, то есть если деньги, если там, например, вот это вот финансы зашли в сердце человеку, то уже есть проблема. Если они в руках, альхамдулилля, то проблема, иншаллах, а в сердце у тебя. То есть, представляешь, Рустам Фенди, наши сердца это подобно сосуду. То есть он с чем-то должен заполниться. Или в любви по отношению вот к чему-то мирскому, то туда уже другое не проникнет. Или к любви по отношению к Творцу Аллаху Субхану ва Тааля. Даже, например, молится, например, даже. Люди, например, как бы, когда молятся. Есть, например, люди, которые молятся только из-за того, что боятся наказания. А есть люди, которые молятся из-за того, что хотят получить награду от Аллаха, субхана та'аля. А есть люди, которые молятся от любви, зов. То есть, он любит Аллаха, субхана та'аля, и стремится ко Всевышнему Творцу, Создателю, субхана та'аля, и молится, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям молился, когда он ночью молился, Аиша, радиаллаху анха, сказала, его пятки лопались от поклонения. И она сказала, почему ты так молишься столько много? Факад гафар Аллаху ляк, ведь тебя же Аллах простил. На что он сказал, я Аиша, афаля акуну абдан шакура. Ва Аиша, неужто я буду неблагодарным Аллаху за это? То есть, поэтому я молюсь из-за благодарности Творцу Создателю. Поэтому вот этот вот баланс, самое главное дело, мы должны работать, мы должны альхам созидать, мы должны стараться, мы должны делать. Но если, Рустам Эфенди, вот эта работа отвлекает нас от поклонения Аллаху, от намаза, от поста, от благих дел, если они нас, вот это вот деньги, вот эта вот работа, вот этот вот бизнес, это ведет нас в направлении не ко Всевышнему, а к сатане, к шайтану, к хараму, тогда вот это и есть проблема. Если человек другая крайность, сидит в мечети, закрылся и не работает, его семья голодает, он, это вторая крайность. Это тоже неправильно. Умар ибн Хаттаб взял одного за шкирку, когда он сидел в мечети, поклонялся и не работал, и сказал, «Кум фа'амаль». Иди, вставай, работай. Та инна самаля тумтыру захадам валя филда. Небеса не дают дождь ни золотом, ни серебром. То есть иди, работай, иди, сделай что-то. Но именно должен быть такой, как бы у тебя, вот почему пять раз мы молимся, остановился, поклонился Аллах, поблагодарил Аллах, вспомнил о Всевышнем, пошел там дальше работаешь, потом опять остановился, опять Аллах. Вот этот баланс нужно как бы держать, альхамдулилля. Ну это вы хорошо сказали, потому что многие уходят сейчас, начали читать, изучать, все, ушли. Или да. Там... Если бросили, то вообще во все тяжкие. Я вот сейчас один пример хочу привести. Он нас сейчас слушает в эфире. Расул,
Абдуллаев, я прям его хочу прям. Он сказал, что прям последние 3 месяца не вылазя вас слушать. Я надеюсь, он сейчас меня слышит. И мне понравился его пример. Я хочу вот сейчас в эфире всем сказать, как это работает, баланс такой, на таком маленьком уровне, как пример. Он в спортзале постелил, он дома постелил 2 коврика. Один джайнамаз и один для тренировки. И он сказал, джайнамаз для вечного, коврик для спорта, для земного. Вот вам баланс. Поэтому это просто, ребята, вам лайфхак, баланс вечного и земного. Это такой пример. И я вот прям запомнил этот момент, это было давно, месяц назад, наверное, об этом говорил, но я вот эту мысль запомнил, и я думаю, он с этой мыслью слова соберет. Вот смотрите, вы сейчас правильно сказали про многие-многие вещи, которые мы, наверное, кто-то слышал, кто-то не слышал. Я бы хотел один момент, акцент поставить про запугивание. Многие сторонятся ислама и сторонятся религии, там, уразы, потому что почему-то многие имамы объясняют так, не пойдешь, гроб, плохо, тебя там это, накажут. Везде, любое действие, что бы ты ни сделал, через призму боятся наказать. Это очень многих людей, которые не приближены к религии, которые не понимают другую сторону, как вы сейчас сказали про любовь, это их сильно отталкивает. А вот это трактование, оно меня немножко пугает, потому что люди, окружение, мое окружение, они немножко сторонятся. Вот вы бы, может быть, подсказали сейчас, что на самом деле там не все про бояться и не все про наказание, а там на самом деле ислам – это про справедливость, про любовь, про нрав человека. Может, вот чуть-чуть расскажите про это, пожалуйста. У вас, альхамдулля, дети есть, да, иншалла? Да, альхамдулля. 3, 10, 7 и 2. Машалла, машалла, баракалла. Да, Аллах Субхана Таала им баракает, чтобы они, иншалла, радовали ваши глаза, ваши души, иншалла, чтобы Аллах вам еще детей дал. Вы вот даже на детей посмотрите. Вот сейчас вот, наверное, каждый родитель сталкивается, например, с своими детьми, то, что он сейчас на домашнем обучении и так далее. Если ты ребенку своему скажешь, иди быстро учи, там, поругаешь его, напугаешь и так далее, он идет с неохотой учить. Идет с неохотой, то есть я даже вот на своих, например, у меня старший Сулейман, даже намаз, например, время намаз зашло, там, если скажешь ему, там, иди намаз читай, что сидишь, как бы, он пойдет с неохотой, почему, потому что его заставили, его напугал, он боится, там, как-то, а если попросишь, там, сынок, субханалла, машалла, там, ты мультики смотришь, да, ну, время намаз зашло, валлахи, сыночек, я хочу с тобой в раю вместе быть. Валлахи, мой любимый, как я с тобой тут живу вместе, как я тебя обнимаю, как тебя целую. Я также хочу в вечности с тобой быть, сынок. Ну, без намаза нету вечности. Аж мурашки по коже. Да. Без намаза нету рая, без намаза нету. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мифтахуль джаннати ас-саля, мифтах, ключ к раю, это намаз. Первое, что он нас просит, Аллах дал намаз. Сынок, давай почитай, чтобы Аллах был нами доволен, и чтобы мы вместе были с тобой в раю. Как он будет читать намаз, валлахи? Даже ребенок. Валлахи, по-другому будет читать намаз. Он не будет, побыстрее бы закончится, потому что папа меня попросил, напугал, поругал, ремня мне дал. Нет. Он будет, субханаллах, ребенок даже будет по-другому читать молитву. Вот так же смотрите, уважаемые братья и сестры. Вообще в поклонении, с точки зрения шариата, есть 3 столпа. Аркануль айбада ас-саляты. 3. Это аль-хауф, ар-раджа, уаль-махабба. Это страх, это надежда и это любовь. И вот мы, как вот между, как говорили, вот 2 коврика, да, вот этот вот баланс между вечным и земным, также вот этот баланс должны держать в поклонении Аллаху. Бояться наказания. Аллах в Коране говорит, «Ва'ламу анна Аллаха гафур рахим, ва анна Аллаха шадиду л'икаб». Знаете то, что Аллах прощающий, милосердный, и знаете то, что у Аллаха есть сильное наказание. То есть, если бы люди, например, только опирались на прощение Аллаха, они бы не поклонялись Аллаху, сказали бы, что Аллах все прощает, пойду я там дальше там, вести себя как хочу. Аллах же прощает и так далее, я не буду. Зачем намаз читать, если Аллах меня простит? Если бы люди только упирались бы только на боязнь, то есть Аллах накажет, у него не было бы, субханаллах, вот этой вот любви по отношению к Аллаху. Он бы что делал? Только ты меня не накажи, только меня сделал. Поэтому здесь есть вот этот баланс тоже, вот эти 3 столпа. И третье – это махабба, любовь. Любовь Аллаха, любовь, субханаллах, когда ты смотришь на «Инна фи халки самавати вал ард, вахтиляфи лейли ван нахар, ла аятин ли улил альбаб». То, что в творении небес, земли, то, что день меняется на ночь, ночь меняется на день. Знамение для обладателя разума, для размышляющих людей. То есть он отсюда любит Аллах, субханаллах. Когда смотрит на себя,
وفي أنفسكم, الله говорит, во всем знамении, وفي أنفسكم, и вас же самих, на глаза, الحمد لله, Аллах нам не сделал глаз на затылке, сделал нам, не на ногах сделал, здесь у нас глаза, здесь у нас нос, это, да. Как Аллах сотворил нас красиво, как Аллах, субхану Аллах, все для нас дал, как Аллах, субхану Аллах, и, субхану Аллах, еще за это награду даст, как сказал Всевышний Аллах, за это я вас еще награжу, как я могу не любить Аллаха, субхану Аллах. Если Аллах Субхану Та'аля для меня райские обители открывает, если я сейчас просыпаюсь, утренняя молитва, да, Аллах Субхану Та'аля меня ждет. Если тебе, например, представляете, братья и сестры, тебе говорят там, мама, ты приехала с другого города и ждет тебя на вокзале, Субхану Аллах. Ты как поедешь? Ты пораньше поедешь, чтобы ее встретить и так далее. Да, ты да, не будешь да, там да. спать, а, подождет еще мама. Мама, от тебя творец, создатель твоей мамы тебя, что ждет он, что он в этом не нуждается, и он тебя зовет, и общение с ним предлагает. Малик аль-Мулюк, царь всех царей, творец всех творений, создатель, Субхану ва Та'аля, тебя призывает, тебя приглашает. И как ты можешь ему отказать, Субхану ва Та'аля? Поэтому, уважаемые братья, Аллах в Коране, сестры Всевышний сказал, «Удъу илия сабиля раббика бильхикма вальмауизати аль-хасана». Призывайте к пути Аллаху с мудростью и с хорошим наставлением. Поэтому, опять же, люди не все равны. Как говорят арабы, «Асабиак мушсава», твои пальцы не все одинаковы. Поэтому также и люди. Кому-то, например, кто-то любит, например, чтобы его напугали, например. Есть такие люди. Вот пока его там не скажешь ему там жестко, он как бы не будет. И для него, например, нужно больше как бы говорить вот про страх, про наказание и так далее. Вот этими вот ты можешь как бы так пригласить, и этим ты можешь сделать его наставление от Всевышнего Аллаха, Субхану ва Та'аля. Кто-то, например, не любит такие как бы вещи, там, боится и так далее, его больше сердце затрагивает на прощение Аллаха, как он прощающий, как он милосердный. Когда пророк Мухаммад, саллаху алейхиссалям, возвращался после Хайбара и увидел после битвы, да, когда после битвы, как обычно, кто-то потерял маму, кто-то потерял папу, кто-то сына, кто-то мужа. И пророк Мухаммад Саллаху алейхи ва саллям шел с Ибн Аббасом и сказал, одна женщина ищет своего ребенка грудного, не может найти. Поднимает каждого ребенка, прикладывает к груди, это не ее ребенка, обратно кладет. Второго берет, это не ее. Ищет, не может найти своего грудного. Потом нашла, приложила ее к груди, его груди накормила. И тогда пророк Мухаммад Саллаху алейхи ва саллям сказал, «Атазуннуна анна хази мулькия валадаха финнар». Как вы думаете, эта женщина может ли выкинуть, выбросить своего этого ребенка в огонь? «Калю ля я расуллах». «Нет, посланник Аллаха». Если она чужих даже берет, кормит, как она своего ребенка может выкинуть в огонь? Смотрите, на что ответил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. «Ля илляха илляху». «Клянусь Господом миров, нету иного Аллаха илляха, достоин, чтобы мы поклонялись, кроме Него. Клянусь им, фаллах архаму би абдихи мин хадихи би валяди». Аллах еще более милостив к своему рабу, чем это к своему ребенку. Поэтому, субханаллах, мы должны бояться наказания Аллаха. Мы должны надеяться на прощение Аллаха. И мы должны любить Аллаха. Ну, уважаемые братья и сестры, надеяться на прощение, не просто сидя на диване за телевизором, не молясь, не приближаясь к Аллаху, субханаллах, и говорить, Аллах, прощай. Не так. Мы должны быть искренны с Аллахом. Мы должны поклоняться Всевышнему Творцу, любить Его, из-за любви поклоняться Ему. Также тем самым как бы страшиться Его наказания и надеяться на Его милость, Его прощение и вечность, и на райской обители. Спасибо, спасибо. Очень так прям вдохновляюще рассказали, да. Все сказали, объяснили. Вот у нас сейчас, смотрите, 50 минут уже прошло, через 10 минут Инстаграм отключит. Да. Прям время пролетело просто космически. У нас самое главное... Есть, как вот вы в начале эфира говорили, друзья, там вот есть самолетик. Вы сейчас, кто нас сейчас смотрит, отправьте всем своим, пускай подключатся. Мы хотим сейчас онлайн прочитать Коран. Мы хотим онлайн сделать дуа за все, что сейчас происходит. За все, за спасение наших родных, близких, за спасение нас самих. За благословение Всевышнего. То есть, иншаллах, возможно... Чье-то дуа и намерение всех тех, которые сейчас людей здесь есть, возможно, примется. Поэтому вы пока подключайте побольше людей. Пускай много наберется людей в этом эфире. Пока вы подключаете, у меня последний вопрос, и мы сразу вот к этому перейдем. Асхат Хазрат, у нас такой традиционный вопрос, очень коротко буквально. Если вы были бы президентом страны, самое главное, что бы вы сделали бы, будучи на такой позиции?
Честно, я даже не задумывался, валлахи. Вот прям такой быстрый, что в голову первое приходит? Много что приходит, валлахи, Рустам Эфенди, даже не могу сказать. Не могу сказать, потому что я, наверное, как бы даже не видел себя на месте президента никогда, поэтому... Ну, не будем вас сильно... Да, даже не могу сказать, даже... Но это ваша природная скромность, это ваша скромность. Конечно. Друзья, дуа – это сильнейшее оружие верующего. Куран – это наш путеводитель. Я думаю, сейчас в тех условиях, что у нас сейчас, в которых мы находимся, это главное, что мы сейчас можем сделать. Поэтому, Асхат Хазрат, я вам отдаю оставшееся время на то, чтобы мы прочитали Куран, и на то, чтобы мы сделали такой джамаатом. Все тут с разных сторон люди смотрят нас. Давайте сделаем это дуа. Иншаллах, тогда прочитаем Куран, и после этого сразу будем делать дуа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين ожидаем соединения. Ожидаем соединения. Так что, друзья, Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Руслан Афенди, как вы? Супер, супер. Я очень рад видеть вас. Алхамдуля, у нас тоже все хорошо. Машалла, машалла. Баракаллаху фикум. Машалла, машалла. Как ваши дела? Алхамдуля, слава Аллаху. Я когда на вас смотрю, вот вы так улыбаетесь, мне кажется, у вас всегда, слава Аллаху, хорошо дела. Позавидовать можно. Баракаллаху фикум. Алхамдуля. Скажите, как классно мы сегодня время выбрали, да, в Москве это уже после Зухра, а в Астане это еще до Асра, понимаете, мы прям такое время выбрали, что всем удобно сейчас, все хотят услышать. Давайте, друзья, я коротко представлю нашего гостя, имам Хатыб Московской мемориальной мечети, господин Гимаддинов Асхат Хазрат, человек, которого мы очень уважаем, ценим, выпускник университета короля Сауда в Саудовской Аравии, человек, который... знает свою цель, миссию, предназначение с детства, практически с рождения. В 5 лет он сказал, что будет богословом и имамом. Это просто, наверное, даже представить сложно. Вот. Духовный наставник многих мусульман, и один из них, многие знают, и недавно был прямой эфир, это Сергей Романович. И тема нашего сегодняшнего эфира – ураза, актуальные вопросы. Но через эту призму мы так смотрим. На самом деле мы говорим про ураза как время очищение и Божие благословение. Мы говорим сегодня про дуа, как сильнейшее оружие верующего. Мы говорим, что в исламе есть ключики, отмычки, знаки и решения для любых вопросов. Но не каждый это видит. И вот сегодня с Асхат Хазратом мы это обязательно обсудим. И у нас сегодня не будет типичных вопросов, которые обычно время, когда вставать, как кушать и так далее. Мы пойдем чуть-чуть глубже. Все это вы можете легко, там, быстренько в интернете найти. Мы будем обсуждать более глубокие вопросы, которые будут лежать через призму этих катаклизмов, через призму пандемии. Мы будем обсуждать, какие ислам предлагает ключи, какие предлагает решения, причины, почему это все сейчас происходит. Поэтому, друзья, пожалуйста, никакого негатива в правилах у нас мы сразу заблокируем. Там есть значок, где комментарии, самолетик. Отправляйте как можно больше людям, чтобы можно больше людей посмотрели. Потому что если вы будете причиной, чтобы кто-то получит добрую весть, то вы соберете обязательно саваб. И 3 самые главные вещи сегодняшнего эфира. Первое, обсудим темы, которые мы говорили. Первое. Второе, в конце эфира Асхат Хазрат прочитает Куран, прочитает в прямом эфире, иншаллах. Это будет очень-очень-очень здорово. И третье, мы хотим предложить сделать коллективный большой дуа джамаатом всеми теми людьми, которые сегодня участвуют в этом прямом эфире, помолимся за наших близких. Сделаем дуа
ибо дуа – это самое сильное оружие мусульман. И скажу, вот совсем недавно пришла информация, мой родной близкий брат заразился коронавирусом, сейчас находится в больнице. То есть это все не шутки, это все правда. И поэтому то, что мы здесь делаем, это будет здорово. Ну и последнее, прежде чем начнем, это в конце каждого эфира мы делаем подарки. Сегодня у нас будет особый подход к этим подаркам. По завершению эфира я вас попрошу сделать комментарий, что самое главное вы выявили, для себя получили из этого эфира. Напишите в комментариях под постом, где мы сделали анонс. Почему? Потому что если завтра кто-то прочтет ваш комментарий, и это вдруг станет причиной для того, чтобы у него открылось сердце, или он сделал правильные и добрые дела, или встал на правильный путь, то все савабы соберете вы. Поэтому это, наверное, самый большой подарок, который любой мусульманин может получить. Ну, в принципе, все правила озвучил, всю ситуацию рассказал. Асхат Сазрат, добро пожаловать к нам в эфир. Все говорят, кругом кризис, пандемия, карантин, ограничения, денег нет, проблема, ругают власть, власть гоняет людей и так далее. Скажите, что вот сейчас происходит? Это милость Всевышнего или это наказание? Вот как вы думаете по этому поводу? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые رستам эфенди зрители братья сестры الحمد لله хотелось бы всех поздравить то есть у каждого из вас сейчас такое наверное внутри праздничное состояние то что الحمد لله Вот-вот наступит наш долгожданный гость, месяц Рамадан, месяц, тот месяц, который является самым лучшим из месяцев перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. В эти дни, альхамдулилля, будут все врата рая открыты, все врата ада закрыты, шайтаны будут прикованы. Каждый день ангелы будут призывать к прощению от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, к приближению к Аллаху Субханаху ва Тааля. И каждый день будет вести список тех людей, которые спаслись от наказания ада. То есть, представляете даже, спаслись от наказания ада. Что это означает? То, что ты никогда не зайдешь в ад, если ты спасешься. Если их каждую ночь, то есть 30 ночей, 29 или 30 ночей, как там будет по лунному календарю, но если в эту ночь, в первую ночь ты не стал из них, то у тебя есть шанс во вторую не стал, третью. То есть, это великая такая милость Аллаха Субхану ва Тааля, которую мы с вами ждем. Альхамдулилля, дай Аллах дожить, иншаллах, вот этот день-два. И, иншаллах, обидно встретить, провести его в поклонение. И всех хотелось бы поздравить, иншаллах, вас, в первую очередь, Рустам Фенди, всех, кто нас смотрит, и всех мусульман, братья и сестер, с этим наступлением этого великого месяца, праздника нашей души, нашего долгожданного гостя. Что касательно вашего вопроса, является ли вот эта сейчас пандемия наказанием от Всевышнего Аллаха, или это милость? То есть здесь, во-первых, мы должны понимать, да, то, что сейчас происходит, это в первую очередь испытание. Испытание, и мы знаем то, что как из канонического текста Корана и из сунны пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, то есть наша жизнь это и есть испытание. Если так в целом взять, даруль ибтиля, ученые по-другому дунья называют даруль ибтиля, двор испытаний. Двор испытаний. То есть Аллах субхану ва тааля не сотворил нас для того, чтобы мы здесь наслаждались, и все, как бы нет. Это даруль мамар, так скажем, проходящая жизнь. А после этого будет даруль карар, вечная жизнь. И как Аллах в Коране говорит в сурату Аль-Бакара, «Астаиду билля», وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Всевышний говорит وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ То есть здесь лям таукид, то есть утверждение, тройное усиление глагола Всевышний говорит, вы непременно будете испытаем мной. Я вас обязательно испытаю. Ля наблюаннакум. Мы вас испытаем. Вещай именно аль-хауф, страхом. Валь-джуа, о голодом. Страх, то есть сейчас вот мы видим, как люди боятся. То есть боятся да. Выйти, там даже очень страх такой, как бы выйти в магазин, что-то купить, там это как вдруг я заражусь или еще что-то там. Родственник с родственником не встречается. Мама с детьми там не встречается, потому что то есть те, кто уже там, так скажем, в пожилом возрасте, да, там они
то есть больше, более опасны к этому, как бы заразиться там, этой болезнью. То есть есть некий страх, хауф. Второе, джуа, голод. Сейчас тоже очень много голодают, мы видим. Очень много голодают где-то, голодают там, даже в Москве здесь, субханаллах, вот недавно звонили, говорят, у мужа работы нету, у меня работы нету тоже, как бы сейчас, мы нам не на что платить за аренду. То есть мусульмане вот как-то стараются друг друга как-то в этом помочь, поддержать, там что-то отправить. То есть видишь, что джуа есть, но до этого тоже был, мы просто с вами не видели. В Африке у нас, субханаллах, там братья и сестры погибают там в Бирме, те же самые наши братья и сестры, которым постоянно беру Аллаха, субхану ва свидетеля, уйгуры, наши братья и сестры, тоже постоянно в этом, мы просто не видим. А сейчас это всех постигло. Джуа, голод, накса миляль амваль, опять же, накса миляль амваль, это имущество у кого-то меньше оно стало, то есть некий кризис, потери, то есть многие компании там потеряли сейчас, там в кризисе находятся, то есть многие закрываются. После того, как пройдет пандемия, даже, может быть, многие открыться заново не смогут, там свои компании открыть не смогут и так далее. Да? То есть уже, ну это сейчас эти аяты, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, и речь это Всевышнего Творца, мы сейчас это видим в жизни. Раньше мы как-то могли просто по-другому, сейчас мы это видим. Анфуси, это имейте в виду телесно, то есть кто-то погибает, кто-то заболевает, и плоды. Но после всего этого, смотрите, ключ к счастью. Даже если страх, голод, безработица, то есть в конце этого Всевышний что говорит? Уадащири сабирин. Обрадуй. Кого? Всех? Нет. Кого? Сабирин, терпеливых. Уадащири сабирин. Обрадуй терпеливых. Потом Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описывает, кто такие терпеливые. Аллядина ида асабатхум мусиба. Это когда к ним приходит какое-то испытание, какое-то горе. Калю. Они говорят. Не просто Рустам эфенди, как многие говорят на языке, а именно из сердца. Калю, говорят, инна лилля, мы принадлежим Аллаху, ва инна илейхи раджиун, и поистине мы к нему вернемся. То есть мы, имеется в виду, принадлежим Аллаху, все от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Все, что случается, все записано, зафиксировано Творцом, Создателем в небесной скрижали, как говорится в Коране тоже, да, ма асабакум мин мусибатин, то есть все, что с вами происходит, то есть какое-то испытание, какое-то горе на земле, или вас же самих, это все зафиксировано в небесных скрижалях до тех пор, до того, как мы вас сотворили. То есть, опять же, здесь что убащири сабирин, обрадуй терпеливых, обрадуй тех терпеливых, которые относятся к коронавирусу, к пандемии, к другим проблемам, как «Инна лилляхи, мы принадлежим к Аллаху, ва инна илляхи раджиун», и к нему мы вернемся. И Всевышний Аллах после этого говорит, им еще будет награда. Какая? «Инна лилляхи, ва илляхи раджиун, уляйки алейхим салавату мин раббихим ва рахма». За них молитвы, мольбы от их Господа миров, от Аллаха, субхану ва тааля. «Ва рахма» и милость. «Ва уляйки хум аль-мухтадун». Это те люди, которые идут по прямому пути. Хотим мы с вами найти прямой путь, когда всегда мы молимся и говорим «Ихдина ас-сират аль-мустаким», «О Аллах, веди нас по прямому пути». И где же он на сегодняшней ситуации, где прямой путь? Именно в проявлении терпения, в проявлении сабра. Поэтому это великая награда. Знаете, Аллах в Коране говорит «Инна ма юатса сабируна аджрахум бигайри хисаб». Терпеливые застанут свои деяния без границ. То есть человек получает какой-то чек в банке. Там у кого-то 2 нуля, у кого-то 3, у кого-то там больше нулей. А чек на сабр – это без нулей. То есть нули не заканчиваются. Бихаири, айся, представляете, такая награда. Великая. Это... И сабр – это тоже поклонение. Как намаз, как ураза, да, проявление терпения – это тоже поклонение. То есть в данной ситуации, что, Рустам Фенди, вот это то, что происходит, мы должны быть довольны. Довольны чем? Чем? Не тем, что там люди умирают тогда, а довольны чем? То, что это повеление Аллаха, это желание Аллаха, это решение Аллаха, в первую очередь. Теперь второй вопрос задается, за что это? За наказание, то есть за грехи людей, или это за их добрые деяния. Всевышний Аллах в Коране, в Сурате Рум сказал, «Захара аль-фасаду филь-барри валь-бахр, бима касабат айди-нас, ли юзикахум ба'да ал-лади амилу, ля'аллахум ярджиун». Вот этот аят, я Аллаху а'лям, Всевышний Аллах лучше на ситуации. Лично я вот смотрю на этот аят, и провожу параллель с тем, что сейчас происходит. Всевышний говорит, «Захара аль-фасаду филь-бар», распространилось нечестие на суше, валь-бахр, и также на воде. Почему? За то, что люди совершили своими же руками.
Лиюзикахум ба'ада ллази амилу. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля наказывает некоторых за то, что они совершили. И в конце говорит, ля'аллахум ярджиун. Может быть, они вернутся. То есть имеется в виду вернуться ко Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля. Если, конечно, до пандемии мы посмотрели, если положить руку на сердце, и мне кажется, многие согласятся, то есть люди по-другому чуть жили. Ну вот смотрите, вот здесь как раз вы сказали сейчас про нечестие и как люди до этого жили. Вот сейчас пандемия, да, мы видим, там куда-то дельфины вернулись, вода очистилась, воздух стал чище там, и так далее. Такое чувство, как будто бы вся планета перезагружается. Прям такое происходит очищение буквально во всем. Да. И мы также знаем, что ураза и Рамадан для нас это очищение. Очищение нашей души, очищение нашего тела, очищение наших мыслей, наших действий. Вот тогда такой вопрос. Я думаю, что какая-то параллель как будто есть между тем, что сейчас происходит в мире глобально, приближающийся Рамадан, и что как будто бы вот этот Рамадан для нас как будто какое-то дверца, окошко, возможность сейчас поработать над собой, очиститься и, может быть, тем самым завершить эту большую беду. Вот вы находите какую-то параллель здесь? Конечно, вот как раз вот в этом аяте, который мы последний провели, сурат ар-Рум, в конце говорится, может быть, они вернутся. То есть, имеется в виду, может быть, они задумаются, может быть, они опомнятся, может быть, они очистятся, может быть, они изменятся. То есть именно нужно находить вот в этом последних словах Всевышнего Аллаха, то есть то, что совершилось, совершилось. Аллах лучше знает, это за грехи или это Аллаху Алям. Но если вот брать этот аят, то есть люди, субханаллах, к сожалению, было много нечести, много несправедливости вообще в мире посмотреть. То есть, когда вот мне недавно даже вот прислали ролик, там когда на итальянском, там одна переведен на русский язык, итальянка плачет и обращается ко всему миру. Там, может быть, вы тоже слышали, где вы там американцы, где вы там Европа, все, отказались, отвернулись и так далее. И потом начала говорить, мы же для вас там сделали, придумали капучино, пиццу, откуда вы нашли моду, где вы одевались. То есть сейчас мы вам не нужны как бы. И как раз, это не секрет, отправил мой близкий брат, альхамдулиллах, он уйгур тоже. И он говорит, как вы смотрите на это? Я говорю, знаете, как говорю, во-первых, как бы, когда вот верующий что-то делает, он взамен потом обратно не просит. То есть, например, и вот мы вас научили капучино, это, а вы нам ничего не сделали. Согласно хадису, то есть один из тех людей, на которого Всевышний Аллах не посмотрит в судный день, это даже с ним не будет разговаривать, это тот человек, который что-то сделал хорошее, и потом говорит, помнишь, я тебе тогда-то сделал. То есть ты сделал хорошее, ты забыл. Но, говорю, я ему говорю, брат мой, а сейчас вот видите, как бы, да, но для нас-то это не секрет, вот наши, например, возьмем братья наши уйгуры, сестры уйгуры, они уйгурки, то есть это и раньше было тоже, как бы, просто мы это не видели, как бы, то есть и это было, и так далее, как бы, и было, то есть весь мир, как бы, молчал и так далее. Сейчас, когда вот Европейского это все союза, как бы, коснулось, все, как бы, смотрят, почему там голый, почему там, а это и раньше было, просто мы не видели, как бы. Субханаллах, они тоже наши братья, тоже наши сестры, тоже люди, тоже. И вот здесь вот что хотел я сказать, вот эту вот именно точку, на что хотел сделать акцент Рустам Эфенди. То есть была нечесть, была несправедливость, было притеснение. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дал свое какое-то наказание. Кто-то, например, очистился, если он был верующий в Бога, в Аллах Субхану, дал Аллах, очистился и заболел, ушел, умер, да, перешел ко Всевышнему. Для кого-то, для грязного человека в душе, снаружи и внутри, там, преступника и так далее, это как наказание. Но для верующего любое испытание – это как милость. Вот даже сейчас мы с вами, альхамдулиллах, сидим дома. Сколько мы времени провели со своими семьями, альхамдулиллах. Я вижу это как милость. С детьми, альхамдулиллах, Куран повторили там, пообщались даже там, супруги побыли. То есть какие-то были, то есть вот эта вот домашняя атмосфера. Более того, даже сейчас наш первый Рамадан будет, он дома. И альхамдулиллах, то есть я, например, не помню, когда последний раз ифтар дома делал. Всегда в мечети. Я не помню, когда таравих я дома читал, хотя сподвижники дома читали в своих домах. Да. Ну да, действительно, получается, в этом году впервые мы сталкиваемся с тем, что Рамадан будет вот в тех условиях, которые сейчас у нас происходят, да, вот прям. И конечно. Вот даже как-то, ну, непривычно, что ли, вот какой-нибудь, может быть, главный совет, чтобы людей подбодрить, духу предать в таких условиях. Может быть, вы сейчас что-нибудь подскажете? Самое великое, что я вижу из этого, братья мои и сестры, то есть вот вы будете дома поститься, разговаривать со своей семьей, читать вместе таравих намаз,
вы каждую секунду, альхамдулилля, благодарите за Всевышнего Аллаха, субхану та'аля. Благодарите, потому что, иншаллах, это все быстро пройдет, все эти болезни. На следующий год, дай Аллах, мы будем в мечети читать, но уже, может быть, дома не сможем со своими детьми, своей семьей читать и вместе разговляться. Поэтому нужно беречь и ценить, то есть не то, что, а там, где мы сейчас находимся. Каждую секунду, которую мы находимся, будем проводить, нужно ценить и делать шукр Всевышнему Аллаху, субхану та'аля. Шука-шука. Да, действительно, вы прям как прям в точку, как в десятку попали, именно мотивируют ваши слова очень сильно. И вот вы до этого сказали про силу помощи, да, знаете, что вот сейчас люди пытаются помогать, что-то делать. Знаете, я обратил внимание, что вот эта беда как-то сплотила людей. Я вижу очень много наших братьев, которые стремятся помочь. Вот у меня есть товарищи мои, которые в день 1500 человек кормят, в день, ежедневно. Есть ребята, волонтеры, вот у нас Уйгурский культурный центр в Астане, ежедневно, уже на протяжении всего месяца, 40 ребят, они раздают маски, раздают еду, помогают. То есть у нас есть большой фонд, Басбергемес, там это Нуротан, правительственный какой-то фонд партийный там. Ну ладно, разницы нет, какой бы он ни был источник. Сам факт, что люди сами идут туда и говорят, мы хотим помогать. И вот они там тратят время, деньги, рискуют там силы и хотят собрать какой-то саваб. Скажите, вот в таких ситуациях люди саваб больше собирают от Всевышнего, да, вот когда вот такое происходит в момент беды, не, когда необычный день. Как вот, я хочу их подбодрить, тех людей, которые сейчас на острие, это те же люди, у кого есть возможность, они деньгами помогают. Есть люди, которые возможности нет, они руками помогают. Есть люди, которые врачи, они все время там живут, они там рискуют своим здоровьем. Есть спасатели, там, водители те же самые, которые находятся на скорой помощи. Да. Вот. У них какое положение у этих людей? Сейчас, если посмотреть, то что, если сказать, то, возьмем бедный человек, который был до пандемии, да, у которого там не было ничего, сейчас он стал еще беднее. Богатый человек, который был до этого, он стал чуть, может быть, у него уменьшились как бы вот этот. И сейчас, даже если посмотреть, тот, который раньше до пандемии там расходовал, сейчас ему приходится задуматься, то есть, а как дальше будет, то есть, кризис будет продолжаться, нет. То есть, у него есть, Аллаху алим, я не говорю это, как бы, про каждого, не все равны, да, как бы, но именно есть такое, то, что, может быть, кто-то сейчас будет думать, слушай, а вдруг, там, не будет прежнего у меня состояния и так далее, может, сейчас поменьше дать и так далее. Именно вот в эту секунду сейчас Всевышний Аллах, субхану та'аля, проверяет. Как раз проверяет, и награда больше, почему? Потому что рисков больше, страха больше. Например, даже у волонтера выйти там, чтобы, дабы не заразиться. То есть страх есть некий, надо сделать, преодолеть это, сделать, пойти, помочь. Там, скажем, у бизнесмена сейчас бизнес не так идет, как шел раньше, но все равно он как бы тратит расходы. Именно насколько тебе сложнее, настолько награды и больше. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Али ибн Аби Талибу, когда они вместе совершали хадж, он сказал, «Я Али, фа инна л-аджра аля кадри машакка». «О, Али, награда столько, насколько тебе будет сложнее». То есть насколько ты устанешь, насколько тебе будет тяжелее это сделать, то или иное, настолько и награда тоже больше. Альхамдулиллях. Почему? Потому что в эту секунду, Рустам Эфенди, опять же, верующий человек проявляет якин, ва таваккаль аля Аллах в своем сердце, проявляет убежденность и полагается на Всевышнего Аллаха. Только Аллах субхана дает, Аллах дает риск. Аллах мне давал до болезни, Аллах мне и сейчас даст, и после даст. И как бы здесь вот проявляется именно вот стойкость в религии, стойкость так, на этом пути, благом пути, альхамдулиллях. Братья, кто вот сейчас нас слушает, а нас очень много, это были вообще настолько мотивирующие, золотые такие слова, которые, я должен, думаю, обязательно затронули ваши сердца. Иншаллах, Всевышний воздастся. Мы очень благодарны всем, кто сейчас находится на острие. Альхамдулиллях. Посмотрите, сейчас вот в рамках этой пандемии там и так далее очень много ходит таких интересных мыслей про какой-то мировой заговор, про какие-то мировые, про какое-то мировое правительство, про новый мировой порядок, что это пандемия, этот кризис, искусственно созданный людьми, вирус, там, какое-то чипирование 5G и так далее, так далее. Очень много сейчас всяких различных догм и версий ходит, да, и нагоняется дополнительный страх на людей,
Люди переживают, они не знают, что делать, во что верить, особенно те, у кого еще не укреплена вера или еще вообще далеки от веры, да? Вот скажите, по вот этому новому мировому порядку, по вот этим всем вопросам, которые сейчас остро затрагивают людей, какая позиция в исламе? Есть ли что-то об этом сказано? Вот как вы думаете, может быть, есть какое-то объяснение или какое-то толкование, или, может быть, не нужно на это обращать внимание? То есть подскажите, пожалуйста. Да, вот последнее, то, что вы сказали, нужно на это обращать внимание, это самое правильное с точки зрения ислама. Почему сейчас мы постараемся это как-то объяснить, с вами вместе подумать. 14 веков назад пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Бадиру биля амали салиха, фитанан какат алейли мувлима». То есть перед тем, как наступит к вам смуты, подобно темноты ночи, вы запасайтесь благими делами. Что означают эти слова? То есть ночь, темноты ночи. Ты вышел, например, в лес, темный лес, у тебя нету света, нету фонарика, ты не можешь отличить, где путь, куда поворачивать, как идти. Или в пустыне ты пошел, да? Если ты не можешь, как бедуины, определять дорогу по луне, то есть ты заблудишься и не поймешь, или сюда попадешь, или сюда заблудишься. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дал четкое наставление: делайте благие дела, не обращайте на это внимания. То есть не входите в ту секту, в эту партию, туда, или за этим не идите, за тем не идите. То есть вы заблудитесь, вы собьетесь. И саллаху алейхи вассалям сказал, что придет такое время в этом же хадисе. То есть он сказал: «Юмси раджулю му'минан, фаюсбиху кафиран, ваюсбиху му'минан, фаюмси кафиран». То есть человек будет вечер встречать верующим, а просыпаться неверующим. Или наоборот, утро встречать верующим, а засыпать неверующим. Почему? Он будет продавать свою религию за гроши этой жизни. Поэтому мы не должны продаваться, верить тому-то или иному. То есть, как-то недавно мы тоже там собрались с братьями и начали каждый свое как бы мнение говорить. После утра намаза мы сидели вместе, джамат и намаз почитали, там братья дом сняли, там лекции провели. И каждый начал свое говорить. То есть я думаю это, тот говорит это, тот. Я говорю: а вы что думаете? Я говорю: слушай, а мы сейчас что решаем вообще? То есть мы с вами что решаем? То есть, это заговор или не заговор? Это болезнь придуманная или нет? То есть что от этого изменится? То, что она есть, то, что люди заболевают, там, некоторые говорят, то, что там слабая она, коронавирус, как обычный грипп, и нет. Но есть опасность, как бы, что он распространяется, и наши близкие, там, знакомые заболели этой болезнью и так далее. То есть пусть это даже будет как обычный грипп и так далее, но она есть. Мы с этим, никто с этим, в этом не разногласия среди нас нет. Так. Ну, теперь второй вопрос. Это так или так, что это изменит? Вот даже сейчас, например, говорят, чипирование, будет чипирование. А когда она будет? Кто сказал будет? Хорошо, если даже будет, там это какое, надо тогда думать, когда же, что ты сейчас хочешь сделать. То есть, я что хочу сказать. То есть сейчас нам не этим надо голову забивать, будет чипировано или нет. Будет, потом будем решать, иншаллах, как-то там смотреть, там договариваться, или еще что-то делать, или может быть что-то поменяется, да. Сейчас как бы мы не что с вами изменим вообще, как бы. То есть к чему хочет тот или иной человек призвать нас? Чтобы нам делать? Это раз. Второе, кого слушать, за кем идти. Это говорит одно, тот говорит противоположное. Да. Это как для верующего человека, что нужно делать? Не обращать внимания на это, запасаться благими делами. То есть сегодня, альхамдулля, мы с вами можем, если тратить это время на телефон, там, на разные, там, очень много, субханаллах, я стараюсь как бы не смотреть, и многие из вас, наверное, как бы, очень много роликов приходит, там голову тебя засоряет, и все, человек же засоряет, да, страшно, да, просто. И забывает, а в это бы время он что, он бы мог бы Коран почитать, Творца, Создателя, все там есть, все знания есть, он мог бы благое дело сделать, мог бы поехать там накормить бедняков, чем-то заниматься вот этой, как бы, вот этим вот бесполезным действием. И потом страх, субханаллах, неужто ты не... Кого мы должны бояться? Аллаха. На кого мы должны полагаться? На Аллаха. Аллах в Коране говорит: «Ва аляллахи фатаваккалю». На Аллаха полагайтесь, если вы верующий. То есть верующий, смотрите, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обучил Ибн Аббас. Ибн Аббас — это маленький в тот момент был ребенок, то есть был юношей, но он из самых великих сподвижников стал, из самых ученых больших. Он за него делал дуа, пророк сам делал дуа и говорил: «Аллахумма факкиху фид-дин ва алимму та'уил». Аллах, дай ему понимание в религии и обучи его тафсиру. И он стал великим сподвижником, великим ученым. Когда он был еще юношем, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с ним ехал на верблюде и сказал: «Я гулям, о мальчик,
То есть означает, что как бы юноша, молодой еще, инну аллиму калимат, я тебя хочу обучить следующим словам. Великий халиф. Ида саальта фасалилла, если просишь, проси Аллаха. Ва ида стаанта фастаин билла, если просишь о помощи, проси помощи у Аллаха. И потом он сказал следующее. ولو ان الانس والجن اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. Если люди, джинны все вместе соберутся, чтобы тебе в чем-то принести пользу, они не смогут, только в том, что для тебя предопределил Всевышний Аллах. ولئن اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. Если они также все вместе, джинны, люди, все человечество против тебя, ты один, все они вместе с людьми, джинны против тебя, чтобы тебя навредить, не смогут, если Аллах не пожелает. Поэтому, субханаллах, мы идем, там, служим того и боимся, закрываемся. Все, это будет, это, субханаллах. Еще никто, как один из хадисов, «Кафа биль мар'и кадибан ан юхаддиса бима самиа». Достаточно человека назваться лжецом, обманщиком, когда он говорит то, что он слушает. То есть это не факт, это просто слухи, их сейчас очень много. И мы не должны, извините, как хамелеоны меняться. Сегодня этого послушали, все, сидим, потом того послушали, так стали. У нас есть Коран, у нас есть Сунна, посланник Аллаха. Мы должны этого следовать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Лям тадиллю интамассактум бихима», никогда не собьетесь, если крепко будете держаться. В другом хадисе сказал, «Абду алейхи бин наваджи», держитесь крепко, коренными зубами. Это что? Китаб Аллах ва Сунна, это книга Аллаха и Сунна пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Где наш иман, когда мы послушали тот ролик и напугались, закрылись там в уголок за это? Где наш иман? Мы должны, альхамдулля. То есть то, что будет, иншаллах, это предопределено. Мы что должны в этот момент делать? То, что от нас зависит. Делать благие дела, запасаться этими благими делами. Вот даже, Рустам Федорович, позвольте, на своем примере скажу, и как бы сам себя поругал, так скажем. Недавно один брат мне отправил ролик. Я как бы, и там даже комментарий такой как бы написал в этом ролике, машалла думаю, а это, ну как бы брат, альхамдулиллах, этот он близкий, такой, я думаю, наверное, даже я обычно всегда проверяю информацию, а тут что-то я вот так легкомысленно, ну, вроде интересно, не проверил, переслал другому, альхамдулиллах, хорошо, что многим не стал переслать, потом тот мне брат, которому переслал, говорит, слушай, это в том году еще было. То есть какая-то ситуация там, а там написано это, и там уже кто-то свой комментарий дал, что в этом, я сразу же стер это, и сам себе сказал, что вот, и он мне еще сказал, будьте внимательны, тем более как бы ваши люди тоже как бы слушают, вы имам. Я говорю, да, субханаллах, вот здесь я вот поспешил, я не прав как бы. И я как бы это и не делал раньше, но вот, как бы он мне так, мне понравился этот ролик, а это уже, оказывается, было и по другой ситуации. Поэтому мы что, мы должны, как бы, уважаемые братья и сестры, в первую очередь самому себе и всем нам призываю, ничего мы не должны бояться, кроме Творца Аллаха. И должны с вами понимать то, что будет то, что предопределил Аллах. И что нам делать? То, что будет, оно уже предопределено. Но мы что должны сейчас с вами делать? Сопасаться благими делами. И мы в этой жизни, это жизнь проходящая. Это жизнь проходящая, альхамдулиллах, а вечность, она вечная, то есть даруль кара. Поэтому даже Всевышний Аллах в Коране, вы знаете, сурат аль-мульк, сурат табара, где Всевышний Аллах говорит, «Аллязи халакал маута валь хаята». Аллах сотворил смерть и жизнь, дабы испытать вас, кто из вас лучше в деяниях. Обратите внимание на текст, на аят. Аллах сотворил смерть и жизнь. Хотя вначале идет жизнь, а потом только смерть. Почему же Аллах поставил смерть перед жизнью? Потому что настоящая жизнь, она после смерти только начинается в барзахе. И Аллах для чего сотворил? Чтобы испытать, кто не у кого больше дел, а кто лучше в своих делах. Поэтому говорится в хадисе, человек зайдет в рай, тот человек, который салля ракиатейн фильджоу филлейль хадар кальда, он тот человек, который ночью проснулся, прочитал два раката намаза, но прочитал это от сердца. Не сто ракатов, не тысячи ракатов на автомате. Два раката, но от сердца прочитал. Искренне. Это искренне, это его илой в рай. Машаллах, машаллах. Ну вот смотрите, на самом деле, да, вот сейчас все, что говорите, все трогает сердце, машаллах. И вот сейчас так уж сложилось, что мы выросли все в том обществе, в котором маркетинг, интернет, телевизор, радио навязывают какие-то другие ценности, навязывают какие-то модные вещи, модные позиции там, и так далее, и так далее. И очень многие люди гонятся за материальным. И очень много людей ушли от духовности. То есть всегда должен быть баланс между духовным и материальным в каждом человеке. Но, как правило, в последнее время вот эта материальная сторона перевешивает, и об этой стороне забывают. И когда люди
упирается в самые большие проблемы, они потом только возвращаются к духовности, обращаются к Богу за помощью, когда что-то происходит. То есть он вспоминает про Всевышнего, когда падает самолетом, например, там, или умирает. Вот. У меня вот такой вопрос, который сейчас трогает вообще всю молодежь, наверное, такую уже зрелую молодежь, которая к 30 приблизилась, которая, наверное, сформировала уже себя как личность, чего-то маленького какого-то уровня добилась. И вроде бы материальная сторона созрела, у них там внутри в душе пустота, есть очень много людей, у которых говорят, а что дальше там и так далее. То есть упирается в какой-то потолок. И сейчас я даже сам работаю над тем, чтобы, работая над собой, как найти баланс, гармонию между материальным и духовным, баланс внутри, в мыслях, в душе, в сердце. Может быть, вы подскажете какой-нибудь там, не знаю, давайте модное слово используем, лайфхак, или подскажете какой-нибудь инструмент, или, может быть, есть какие-то еще моменты, как людям в текущих ситуациях, когда у них мозги забиты всем материальным, которое сейчас есть, как им найти эту гармонию, как соблюдать баланс и не удариться в радикалы и не удариться там, в деньги там, в материальные. Скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, вот этот баланс, это и есть матлаб шар'и. Это и есть именно то, что от нас требует Всевышний Аллах. В Коране сказано: «Вабтаги мимма атака Аллаху дар аль-ахира, ва ла танса насибака мин ад-дунья». Желай того, что тебе уготовил Всевышний Аллах в вечности, и также не забывай свой удел в этой жизни. Как сказал также высказывание ученых: «И'амаль ад-дунья ка'аннака та'ишу абада, ва'амаль ад-ахира ка'аннака тамуту гада». Касательно этой жизни, работай, делай, созидай с намерением то, что ты сюда пришел навечно. Касательно вечности, совершай с намерением то, что ты завтра покидаешь эту жизнь. И вот этот баланс, теперь задается вопрос, как найти баланс. Или давайте перед тем, как мы будем говорить о том, как найти баланс, проверим себя, такую диагностику сделаем, да? То есть от чего мы с вами радуемся больше всего в жизни? Вот каждый, пускай, кто нас сейчас смотрит, пускай он вот это прочувствует себя. От чего он радуется? Вот, например, кто-то говорит, я радуюсь, там, когда приобрету новую работу. Другой говорит, я когда машину новую куплю. Там, другой говорит, я когда квартиру там, куплю. Там, третий, там, когда отдыхать поеду туда. Вот. Кто-то говорит, я радуюсь, например, когда родителей навещу. Кто-то говорит, я когда ребенок мне в лицо улыбается. У каждого на свое. И вот когда он прочувствует, вот, как говорится, Ахлю Макка адра би Макка. Мекканцы лучше знают Мекку. Куллю нафсин би Макка сабат рахина. То есть каждый человек, то, что он сотворил, он это увидит, то, что он совершенный, да, им. Поэтому каждый человек, он лучше себя знает. Поэтому от чего радуется сердце? Каждый пускай сам себе, это даже не нужно говорить, а пускай он даже сам себе. Если радуется сердце, у меня больше всего там, я получаю вот эту радость от денег, от прибыли какой-то, от сделки, от этого как бы. То есть из всего, да, оно должно радоваться, альхамдулилля. Но самый вот этот вот, самый такой вот зашкаливает вот этот радость. Если ты от этого получаешь, значит в этом есть проблема уже. Если у тебя радуется больше как бы от другого, от духовности, альхамдулилля, и то, что ты там заработал и так далее, оно тебе помогает для твоей духовности, то есть помогает там, чтобы одеть хорошую одежду, там, мусульманин должен красиво одеваться, чисто одеваться, там, да, запах должен быть от него приятный. Тебе помогают твои финансы, чтобы помогать нуждающимся, то это хорошо, ты должен радоваться этому. Но, однако, вот самая вот эта вот шкала радости в чем твоя? Каждый сам себя спросит и найдет ответ. Теперь второе, что хотел сказать, как найти именно вот этот баланс? Опять же, возвращаемся сюда. То есть, если деньги, если там, например, вот это вот финансы зашли в сердце человеку, то уже есть проблема. Если они в руках, альхамдулиллях, то проблема, иншаллах, а в сердце у тебя. То есть, представляешь, Фенди, наши сердца это подобно сосуду. То есть он с чем-то должен заполниться. Или в любви по отношению вот к чему-то мирскому, то туда уже другое не проникнет. Или к любви по отношению к Творцу Аллаху, субхану ва тааля. Даже, например, молится, даже люди, например, как бы, когда молятся. Есть, например, люди, которые молятся только из-за того, что боятся наказания. А есть люди, которые молятся из-за того, что хотят получить награду от Аллаха, субхана тааля. А есть люди, которые молятся от любви, зов
Маша. Он любит Аллаха, субхану ва та'аля, и стремится ко Всевышнему Творцу, Создателю, субхану ва та'аля, и молится, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям молился, когда он ночью молился, Аиша радиаллаху анха сказала, его пятки лопались от поклонения, и она сказала, почему ты так молишься столько много, факад гафар Аллаху ляк, ведь тебя же Аллах простил, на что он сказал, я Аиша, афаля акуну абдан шакура, ва Аиша, неужто я буду неблагодарным Аллаху за это? То есть, поэтому я молюсь из-за благодарности Творцу, Создателю. Поэтому вот этот вот баланс, самое главное дело, мы должны работать, мы должны альхам созидать, мы должны стараться, мы должны делать. Но если, Рустам Эфенди, вот эта работа отвлекает нас от поклонения Аллаху, от намаза, от поста, от благих дел, если они нас, вот это вот деньги, вот эта вот работа, вот этот вот бизнес, это ведет нас в направлении не ко Всевышнему, а к сатане, к шайтану, к хараму, тогда вот это и есть проблема. Если человек, другая крайность, сидит в мечети, закрылся и не работает, его семья голодает, он, это вторая крайность. Это тоже неправильно. Умар ибн Хаттаб взял одного за шкирку, когда он сидел в мечети, поклонялся и не работал, и сказал, «Кум, фа'амаль, иди вставай, работай». «Фа'инна сама'ля тумтыру захадам валяфилда». Небеса не дают дождь ни золотом, ни серебром. То есть иди работай, иди сделай что-то. Но именно должен быть такой, как бы у тебя... Вот почему пять раз мы молимся, остановился, поклонился Аллаху, поблагодарил Аллаха, вспомнил о Всевышнем, пошел там дальше работаешь, потом опять остановился, опять Аллах. Вот этот баланс нужно как бы держать, альхамдулиллях. Ну это вы хорошо сказали, потому что многие уходят сейчас, начали читать, изучать, все, ушли. Или да. Там, если бросили, то вообще во все тяжкие. Я вот сейчас один пример хочу привести, он нас сейчас слушает в эфире, Расул. Абдуллаев, я прям его хочу прямо. Он сказал, что прям последние 3 месяца не вылазит, а вас слушает. Я надеюсь, он сейчас меня слышит. И мне понравился его пример. Я хочу вот сейчас в эфире всем сказать, как это работает, баланс такой, на таком маленьком уровне, как пример. Он в спортзале постелил, он дома постелил 2 коврика. Один джайнамаз и один для тренировки. И он сказал, джайнамаз для вечного, коврик для спорта, для земного. Вот вам баланс. Поэтому это просто, ребята, вам лайфхак, баланс вечного и земного. Это такой пример. И я вот прям запомнил этот момент, это было давно, месяц назад, наверное, об этом говорил, но я вот эту мысль запомнил, и я думаю, он с этой мыслью саваб соберет. Вот смотрите, вы сейчас правильно сказали про многие-многие вещи, которые мы, наверное, кто-то слышал, кто-то не слышал. Я бы хотел один момент, акцент поставить. Про запугивание. Многие сторонятся ислама и сторонятся религии, там, уразы, потому что почему-то многие имамы объясняют так, не пойдешь, плохо, тебя там это накажут. Везде любое действие, что бы ты ни сделал, через призму бояться наказать. Это очень многих людей, которые не приближены к религии, которые не понимают другую сторону, как вы сейчас сказали про любовь. Это их сильно отталкивает. А вот это трактование, оно меня немножко пугает, потому что люди, окружение, мое окружение, они немножко сторонятся. Вот вы бы, может быть, подсказали сейчас, что на самом деле там не все про бояться и не все про наказание, а там на самом деле ислам – это про справедливость, про любовь, про нрав человека. Может, вот чуть-чуть расскажите про это, пожалуйста? У вас, альхамдулилля, дети есть, да, иншалла? Трое, 10, 7 и 2. Машаллах, баракалла, да, Аллах субхана таля им баракат, чтобы они, иншаллах, радовали ваши глаза, ваши души, иншаллах, чтобы Аллах вам еще детей дал. Вы вот даже на детей посмотрите, вот сейчас вот, наверное, каждый родитель сталкивается, например, с своими детьми, то, что он сейчас на домашнем обучении и так далее. Если ты ребенку своему скажешь, иди быстро учи, там, поругаешь его, напугаешь и так далее, он идет с неохотой учить. Идет с неохотой, то есть я даже вот на своих, например, у меня старший Сулейман, даже намаз, например, время намаз зашло, там, если скажешь ему, там, иди намаз читай, что сидишь, как бы, он пойдет с неохотой, почему, потому что его заставили, его напугал, он боится, там как-то, а если его попросишь, там, сынок, субханаллах, машаллах, там, ты мультики смотришь, да, время намаз зашло, валлахи, сыночек, я хочу с тобой в раю вместе быть. Валлахи, мой любимый, как я с тобой тут живу вместе, как я тебя обнимаю, как тебя целую. Я также хочу вечности с тобой быть, сынок. Ну, без намаза нету вечности. Аж мурашки по коже. Без намаза нету рая, без намаза нету. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мифтахуль джаннати ас-саля. Мифтах, ключ к раю, это намаз.
Первое, что он нас просит, Аллах дал нам, сынок, давай почитай, чтобы Аллах был нами доволен, и чтобы мы вместе были с тобой в раю. Как он будет читать намаз? Валлахи. Даже ребенок. Валлахи по-другому будет читать намаз. Он не будет побыстрее бы закончиться, потому что папа меня попросил, напугал, поругал, ремня мне дал. Нет. Он будет, субханаллах, ребенок даже будет по-другому читать молитву. Вот так же смотрите, уважаемые братья и сестры, вообще в поклонении с точки зрения шариата есть три столпа. Арканул айбада ас-саляса. Три. Это аль-хауф, ар-раджа, уаль-махабба. Это страх, это надежда и это любовь. И вот мы как вот между, как говорили, вот два коврика, да, вот этот баланс между вечным и земным, также вот этот баланс должны держать в поклонении Аллаху. Бояться наказания. Аллах в Коране говорит: «Ва'ляму анна Аллаха гафур рахим, ва анна Аллаха шадиду л'икаб». Знаете то, что Аллах прощающий, милосердный, и знаете то, что у Аллаха есть сильное наказание. То есть, если бы люди, например, только опирались на прощение Аллаха, они бы не поклонялись Аллаху, сказали бы, что Аллах все прощает, пойду я там дальше там вести себя как хочу. Аллах же прощает и так далее, я не буду. Зачем намаз читать, если Аллах меня простит? Если бы люди только упирались бы только на боязнь, то есть Аллах накажет, у него не было бы, субханаллах, вот этой вот любви по отношению к Аллаху. Он бы что, делал? Только ты меня не накажешь, только меня не делай. Поэтому здесь есть вот этот баланс тоже, вот эти три столпа, и третья это махабба, любовь. Любовь Аллаха, любовь, субханаллах, когда ты смотришь на «Инна фи халки самавати вал ард, вахтиляфи лейли ван нахар, ла аятин ли улил альбаб», то, что в творении небес, земли, то, что день меняется на ночь, ночь меняется на день. Знамение для обладателя разума, для размышляющих людей. То есть он отсюда любит Аллах, субханаллах, когда смотрит на себя. Вафи анфусикум, Аллах говорит, во всем знамении, вафи анфусикум, и ваши самих на глаза. Альхамдулиллах, Аллах нам не сделал глаз на затылке, сделал нам не на ногах сделал. Здесь у нас глаза, здесь у нас нос. Это, да. Как Аллах сотворил нас красиво, как Аллах субханаллах все для нас дал, как Аллах субханаллах. И субханаллах еще за это награду даст, как сказал Всевышний Аллах субхан, за это я вас еще награжу. Как я могу не любить Аллаха субханаллах? Если Аллах Субхану ва Тааля для меня райские обители открывает, если я сейчас просыпаюсь, утренняя молитва, да, Аллах Субхану ва Тааля меня ждет. Если тебе, например, представляете, братья и сестры, тебе говорят там, мама, ты приехала с другого города и ждет тебя на вокзале, Субхану Аллах. Ты как поедешь? Ты пораньше поедешь, чтобы ее встретить и так далее. Да, ты да, будешь да, там спать, а, подождет еще мама. Мама, а тебя творец, создатель твоей мамы тебя, что ждет, он что, он в этом не нуждается, и он тебя зовет, и общение с ним предлагает. Малик аль-Мулюк, царь всех творений, творец всех творений, создатель, Субхана ва Тааля, тебя призывает, тебя приглашает. И как ты можешь ему отказать, Субхана ва Тааля? Поэтому, уважаемые братья, Аллах в Коране, сестры Всевышний сказал, «Удъу илия сабиля раббика биль-хикма валь-мау'идати аль-хасана». Призывайте к пути Аллаху с мудростью и с хорошим наставлением. Поэтому, опять же, люди не все равны. Как говорят арабы, «Асаби'ак мушсава», твои пальцы не все одинаковы. Поэтому также и люди. Кому-то, например, кто-то любит, например, чтобы его напугали, например. Есть такие люди. Вот пока его там не скажешь ему там жестко, он как бы не будет. И для него, например, нужно больше как бы говорить вот про страх, про наказание и так далее. Вот этими вот ты можешь как бы так пригласить, и этим ты можешь сделать его наставление от Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Кто-то, например, не любит такие как бы вещи, там, боится и так далее, его больше в сердце затрагивает на прощение Аллаха, как он прощающий, как он милосердный. Когда пророк Мухаммад, саллаху алейхиссалям, возвращался после Хайбара и увидел после битвы, да, когда после битвы, как обычно, кто-то потерял маму, кто-то потерял папу, кто-то сына, кто-то мужа. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шел с Ибн Аббасом и сказал, одна женщина ищет своего ребенка грудного, не может найти. Поднимает каждого ребенка, прикладывает к груди, это не ее ребенка, обратно кладет. Второго берет, это не ее. Ищет, не может найти своего грудного. Потом нашла, приложила ее к груди, его груди накормила. И тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Атазуннуна анна хази мулькия валадаха финнар». Как вы думаете, эта женщина может ли выкинуть, выбросить своего этого ребенка в огонь? «Калю ля я расулуллах». «Нет, посланник Аллаха». Если она чужих даже берет, кормит, как она своего ребенка может выкинуть в огонь? Смотрите, на что ответил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Клянусь Господом миров, нету иного Аллаха, Иляха, достойным, чтобы мы поклонялись, кроме Него. Клянусь им, фаваллах архаму би абдихи мин хадихи би валяди. Аллах еще более милостив к своему рабу, чем это к своему ребенку. Поэтому, субханаллах, мы должны
бояться наказания Аллаха. Мы должны надеяться на прощение Аллаха. И мы должны любить Аллаха. Ну, уважаемые братья и сестры, надеяться на прощение, не просто сидя на диване за телевизором, не молясь, не приближаясь к Аллаху, и говорить: Аллах, прощай. Не так. Мы должны быть искренны с Аллахом. Мы должны поклоняться Всевышнему Творцу, любить Его, из-за любви поклоняться Ему. Также тем самым как бы страшиться Его наказания и надеяться на Его милость, Его прощение и вечность на райском обители. Спасибо, спасибо. Очень так прям вдохновляюще рассказали, все сказали, объяснили. Вот у нас сейчас, смотрите, 50 минут уже прошло, через 10 минут Инстаграм отключит. Прям время пролетело просто космически. У нас самое главное есть, как вот мы в начале эфира говорили, друзья, там вот есть самолетик. Вы сейчас, кто нас сейчас смотрит, отправьте всем своим, пускай подключатся. Мы хотим сейчас онлайн прочитать Коран. Мы хотим онлайн сделать дуа за все, что сейчас происходит. За все, за спасение наших родных, близких, за спасение нас самих, за благословение Всевышнего. То есть, иншаллах, возможно, чье-то дуа и намерение всех тех, которые сейчас людей здесь есть, возможно, примется. Поэтому вы пока подключайте побольше людей. Пускай много наберется людей в этом эфире. Пока вы подключаете, у меня последний вопрос, и мы сразу вот к этому перейдем. Асхат Хазрат, у нас такой традиционный вопрос, очень коротко, буквально. Если вы были бы президентом страны, самое главное, что бы вы сделали бы, будучи на такой позиции? Честно, я даже не задумывался, Аллах. Вот прям такой быстрый, что в голову первое приходит? Много что приходит, Аллах, и Рустам Эфенди, даже не могу сказать. Не могу сказать, потому что я, наверное, как бы даже не видел себя на месте президента никогда, поэтому... Ну, не будем вас сильно... даже не могу сказать, даже... Но это ваша природная скромность, это ваша скромность. Конечно. Друзья, дуа – это сильнейшее оружие верующего. Коран – это наш путеводитель. Я думаю, сейчас в тех условиях, что у нас сейчас, в которых мы находимся, это главное, что мы сейчас можем сделать. Поэтому, Асхат Хазрат, я вам отдаю оставшееся время на то, чтобы мы прочитали Коран, и на то, чтобы мы сделали такой джамаатом. Все тут с разных стран люди смотрят нас. Давайте сделаем это дуа. Иншаллах, тогда прочитаем Коран, и после этого сразу будем делать дуа. Да. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول لك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك العلانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك وإنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما فرجت عنا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالمال والأهل والمعافى كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كله حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك لك الحمد سرمدا حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغي لك أن تحمد لك الحمد شكرا لك الحمد فضلا لك المن فضلا لك الحمد وترا لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد كله وبيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك اللهم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من لا ينبغي تسبيح إلا له سبحان من لا إله معه ولا شريك له العزيز الذي لا يضام الجبار الذي لا يرام القيوم الذي لا ينام الملك القدوس السلام سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله العظيم اللهم يا من لا تراه في الدنيا عيون ولا تحيط به الظنون يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك أنت الله يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكائن البحار وعدد مثاقيل الجبال ثم نورك
فهديت فلك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت ولك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وعطيتك أفضل